14 февраля – Международный день дарения книг. О рождении этой доброй традиции и ее последствиях в нашем сюжете. День Святого Валентина превратился в День влюбленных в книги. История праздника началась 7 лет назад с маленькой традиции в семье американского книжного блогера Эми Бродмор. Как-то раз, именно 14 февраля, Эми подарила книги не только собственному сыну, но и другим детям. Ее примеру последовали и другие поклонники чтения. Так неожиданно доброе дело превратилось в Международный день дарения. К нашему огромному удивлению оказалось очень много неравнодушных у нас жителей города, от заботливых домохозяек до депутатов. За 3 недели собрали более 8000 книг. Кстати, в этом году в основном приносили детские книги. Книга – это лучший подарок, и я считаю, что книги должны читать все в любом возрасте. Саша Квасников принес книжки, которые уже прочитал. «Айболит», «Братец кролик» и «Братец лис». Они им очень понравились, и он считает, что их обязательно должны прочитать и другие. «Али-Баба и 40 разбойников», «7 подземных королей», «Лягушка-путешественница». В день влюбленных в книги можно было не только подарить свою книгу библиотеке, но и забрать домой понравившуюся. О, рассказывает сказки. Так что в библиотеке имени Маяковского сегодня было шумно. Юные читатели просматривали новые для себя книги, выбирали, что взять с собой, а заодно учились делать закладки. Я вырезаю бабочку, чтобы наклеить ее на закладку. Закладка для книги нужна, чтобы быстрее найти ту страницу, где остановился. Я сейчас читаю книжку «Доктор Айболит», и для этой книжки я сейчас делаю закладку. Мне эта книжка очень нравится, потому что там веселые приключения. Этим юным читателям точно будет чем заняться сегодня вечером, а взрослые, может быть, еще раз внимательно поглядят на свои полки и поймут, что их книги ждут другие читатели. Юлия Важенина, Борис Андреев, «Республика».